Выполняете ли эндоскопическую подтяжку лба? Где будут рубчики? Надо ли носить повязки и делать какие-то процедуры после вашей подтяжки лба? Эндоскопическую подтяжку лба я выполняю. В принципе, я выполняю все виды вмешательств на лице, за исключением ринопластики. Значит, эндоскопия лобно-височная, лобно, она подразумевает доступ волосистой части головы примерно от 2 до 3 сантиметров. И через этот доступ мобилизуется определенный участок ткани, часто это субнадкостнично, то есть под надкостницей. При мобилизации выполняется подъем и фиксация. При моих вмешательствах нет наружных швов, нет дренажей и нет бинтов и повязок никаких. Реабилитация достаточно легкая, она безболезненная практически и связана в основном только с отеком, который за счет гравитационных сил опускается в зону верхних век в особенности. Могут быть небольшие синячки, гематомы. Это все заметно окружающим примерно 10-12 дней.